Что ж, в принципе, я рассказал вам все, что хотел по этому вопросу, вопросу защиты и аргументации ограниченного искупления. И вскоре мы с вами начнем рассматривать позицию неограниченного искупления. Но прежде чем мы это сделаем, пожалуйста, если у вас какие-либо вопросы. Да, пожалуйста. Мне не совсем понятен аргумент Иоанна Ховарда Маршалла. Он говорит о том, что неизбранные платят за грехи избранных? Нет, он это не говорит. Он не говорит, что неизбранные платят за грехи избранных. Он говорит, что они платят за свои собственные грехи. Но если верна теория неограниченного искупления, то Христос также заплатил за грехи неизбранных людей. Получается, что за одни и те же грехи заплачено дважды. Извините, если я сказал это недостаточно ясно. Другими словами, Маршалл продолжает, «Бог делает то, что не является необходимым». То есть Он тратит свои силы понапрасну. Ведь, по сути, эта плата не является необходимой, так как за эти грехи заплачено. Ведь если неизбранные сами платят за свои грехи, зачем тогда Христу за них платить во второй раз? Ведь они Его отвергли. Да, пожалуйста. Вот мне интересно еще раз услышать о том, как сторонники трактуют великое поручение Христа «Идите и научите все народы». И речь идет о всех народах, и это поручение записано в Евангелиях. Хороший вопрос. Вот как они трактуют великое поручение и подобные призывы, которые записаны на страницах Священного Писания. Верующие должны рассказывать Евангелие всем, потому что они не знают, кто же избран. И Бог, несомненно, желает, чтобы все были спасены, даже если Он не заплатил за грехи всех людей. Не знаю, помните ли мы, но на предыдущей лекции мы с вами поднимали этот вопрос. Мы говорили о том, как призыв благовествовать всем можно согласовать с позицией ограниченного искупления. И если вы помните, мы привели 5 различных причин, которые приводят сторонники ограниченного искупления. И эти причины, которые они приводят, достаточно разумны. И, несомненно, великое поручение — это призыв Иисуса Христа. Это заповедь Иисуса Христа. Но это не означает, что все люди будут спасены, которые услышат Евангелие. Не все примут Христа, поэтому Христу нужно заплатить лишь за грехи тех людей, которые Его принимают. Хороший вопрос. Да, пожалуйста. Если Христос умер только за избранных, то почему мы тогда должны идти и благовествовать? Мы с вами уже говорили на прошлой лекции, потому что мы не знаем, кто же избран. Если бы избранные носили такие таблички, на которых было бы написано, что они избраны, а неизбранные носили бы таблички, на которых было бы написано «Я не избран», вот тогда бы, да, мы могли бы благовествовать только избранным. Если мы хотим донести Евангелие до тех, кого Бог избрал, за грехи кого заплатил, тогда мы должны благовествовать всем. Да. Я хотел бы продолжить вопрос. Но ведь если они избраны, то они все равно услышат Евангелие, ведь они предопределены к спасению. Да, это означает, что они будут спасены. Но это не произойдет автоматически. На основании одного лишь избрания. Должно что-то произойти, чтобы эта цель была достигнута, и произойти должно то, что кто-то расскажет этим людям Евангелие. И здесь нет непоследовательности или противоречия. Если Бог заплатил за их грехи, Он также продумал и то, как эти люди услышат Евангелие, и Он произведет работу в их сердцах, чтобы они приняли это Евангелие в назначенное время. То, что они избраны, сам по себе этот факт автоматически не делает их спасенными. Они должны услышать Евангелие и принять его. Да, пожалуйста. Ну а как бы вы ответили на такое возражение? Если искупление Христа ограничено избранными, то и его власть и всемогущество также ограничены? Нет, не ограничены. И мы с вами, говоря об искуплении, говорили о том,
О чем же конкретно ведется спор между сторонниками разных позиций по поводу искупления? И мы с вами говорили, идет ли спор о ценности и достаточности искупления Христа? И именно такой вопрос задаете и вы. И мы с вами говорили о том, что обе стороны согласны в том, что кровь Христа и искупление Христа достаточны. И если бы Он только захотел, то Он бы Своей кровью покрыл грехи всех людей. В той жертве, которую принес Христос на кресте, нет никакого пятна, нет никакого порока. И аргумент строится следующим образом. Единственное, что имеет значение, а хотел ли сам Христос, чтобы кровь Его искупила всех от их грехов, или Он хотел искупить только избранных? И сторонники ограниченного искупления утверждают, что Он хотел оплатить грехи только избранных. Но жертва настолько ценна, что она достаточна, чтобы покрыть грехи всех людей, если бы Христос этого хотел. И более того, эта кровь могла бы покрыть грехи непослушных ангелов, если бы Христос захотел искупить их. Поэтому ограничений нет. Крови достаточно для всех. Хороший вопрос, спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Получается, что сторонники ограниченного искупления считают, что в Иоанна 3:16 также идет речь только об избранных. Да, они предлагают свои объяснения на этот счет. И одно из возможных объяснений, которые они предлагают, заключается в следующем. В тексте говорится, что Бог возлюбил весь мир, и это так. И Бог точно так же любит тех, кто идет в ад, как и тех, кто принимает Христа и идет в рай. Но также они могут объяснить этот текст и другим образом. Они могут сказать, что Бог так возлюбил мир избранных. Или, скажем, Бог так возлюбил все те классы людей, в которых есть избранные. Все те группы людей, в которых есть избранные. Поэтому вы можете столкнуться с разными объяснениями, и не так просто знать заранее, какое объяснение выберут сторонники ограниченного искупления. Но я думаю, что вы сами замечали, что сторонники ограниченного искупления толкуют подобные стихи таким образом, что то, что ранее казалось вам ясным и очевидным, по их мнению, означает совсем иное, и кажется, что они вносят что-то в текст, чтобы этот текст соответствовал их теории. Но помните о том, что и сторонники неограниченного искупления делают то же самое, точно так же вносят что-то в текст Писания, чтобы эти тексты и стихи соответствовали их позиции. Потому что если они этого не будут делать, то все это приведет к универсализму, к учению, что все будут спасены. И я вам вскоре это покажу. И что же я хочу этим сказать? А хочу и сказать следующее. Читайте те тексты Священного Писания, которые мы с вами упомянули, и также и другие, о которых мы с вами будем говорить. И заметьте, что если вы будете толковать их поверхностно, то все это приведет вас к выводу о том, что все люди будут спасены, что все люди, живущие на земле, будут искуплены кровью Христа. Но мы прекрасно знаем, что Писание не это учит. И как же тогда можно истолковать вот эти стихи таким образом, чтобы это согласовалось с учением о том, что Христос умер, но не все люди принимают Его жертву? И вскоре мы с вами об этом поговорим. ТВ-семинаре – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Но, пожалуйста, есть ли еще вопросы или замечания? Да, пожалуйста. Почему эти тексты ведут к универсализму, если мы говорим, что искупление доступно всем, но не все его принимают? Вот если мы так говорим, то это не универсализм.
Но в текстах Священного Писания не говорится, что Христос умер за всех, но только некоторые принимают Его жертву. Есть священные тексты, в которых такого добавления нет. Поэтому, когда сторонники ограниченного искупления рассматривают все эти тексты, в которых говорится, что Христос умер за всех, и что Бог примирил во Христе с собой весь мир, то они говорят о том, что создается впечатление, что это уже совершено. И совершено не только со стороны Христа, но и со стороны мира, и все должны быть спасены. Поэтому, если вы избираете толковать эти тексты Писания так, как толкуют сторонники неограниченного искупления, и мы вскоре с вами будем об этом говорить, то как вы будете толковать тексты, в которых говорится о том, что Бог примирил с собой мир во Христе, и это уже совершено, и совершилось, когда Христос умер и воскрес? Потому что в этом случае это ведет к выводу, что все спасены. И в этом случае вы очень близко подойдете к позиции Карла Барта, толкуя так эти стихи. И что же говорил Карл Барт об этих стихах? «Бог примирил с собой мир в Иисусе Христе». И это уже совершилось. Если мы читаем дальше, что записано после этого стиха, там написано, что мы, будучи посланниками Христа, умоляем вас примириться с Богом. И Карл Барт на основании этого текста говорит, что теперь мы должны идти к людям и не говорить им о том, что они должны примириться с Богом, а говорить им о том, что они уже примирены с Богом. Но если они не хотят этого примирения, что тогда? Неважно, Бог уже примирил их с собой во Христе, это уже совершено. Мы видим несоответствие, и мы вскоре об этом будем более подробно с вами говорить. Еще один вопрос, мы перейдем к следующей позиции, пожалуйста. Доктор Файнберг, вот я размышляю о том, что вы говорите, и вот такой вот у меня вопрос. И этот вопрос мне самому не раз задавали другие люди. Можно ли сказать, что наш Господь умер за всех, но не все приняли Его жертву? Это то, как считаю лично я, именно так я всегда и считал. Я пока не понял, к какой позиции я отношусь, считая так. Но, тем не менее, мне именно так все и представляется. Возможность дана всем, но этой возможностью надо воспользоваться, надо поверить. Но если мы согласимся с позицией ограниченного искупления, то получается, что мы не можем говорить о том, что возможность дана всем. Мы сужаем круг до тех, кому эта возможность предоставлена, сужаем до церкви, которая уверовала в Христа и приняла его. Вы понимаете, о чем я говорю? Что ж, давайте разберемся с основным вашим выводом. Можно ли говорить о том, что Христос умер за всех, но не все приняли Его жертву, а только некоторые, избранные? Да, именно такова позиция неограниченного искупления. Но говорить это не то же самое, что утверждать это. И вскоре мы эту позицию с вами подробно рассмотрим. И мы с вами рассмотрим аргументы сторонников неограниченного искупления, почему они считают, что Христос умер за всех людей, но не все люди приняли эту жертву, и не все спасутся. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.